Хорош клипак, вот этот мне нравится. Друзья мои, могу вам сказать, кстати, что я Федя Букер. Есть в клипе «Признаки жизни». Обожаю рассказывать эту историю охуенную. Короче, я до того еще, до всего хайпа. Короче, я есть в клипе «Признаки жизни». Друзья мои, вот просто я вам сейчас чисто такой, смотрите. Я вам чисто повешу, так сказать. Покажу, друзья мои. Просто вот этого пацана. Во. Видите, вот этого молодого человека, друзья мои, в толпе. Я, кстати, не зигую. Я единственный, кто тяну руку, чтобы поприветствовать человека по-русски. Чисто я говорил, что вот, вот самый старый старичок. А Балбиск тоже, наверное, где-то здесь, но я его не вижу. Я его не вижу. Тогда еще не знал, кто купит себе пиво. Это факт, это факт. Это не ты, ты че ебаный старый? Ща, я тебе даже еще какой-нибудь кадрик возьму нормально. А кто, блядь, по-твоему? Ты че? У меня даже эта олимпичка, я ее недавно продал, причем. Олимпийка стартер была. Черно-белая. Букер, ты лично общался с Оксимироном? Да, пили пиво пару раз. Было дело.